Здравствуй, путник. Ты пришел приобщиться к мудрости пустоши? Это небесное тело — послание или знак. Небеса предупреждают нас. Они посылают нам знаки, только мы не замечаем и не понимаем их. Я не знаю. Издавна считалось, что упавший метеорит — предвестник чего-то плохого. Но не всегда. Падение метеорита может значить начало чего-то нового и конец старому, то есть перемены. Вот оно что. Нас всех ждут перемены. Вопрос только, какие? К хорошему или к плохому? Каждый сам для себя решит, какой путь ему по душе. Путь, по которому он пойдет до самого конца. Я ни на кого давно уже не обижаюсь, потому что мало кто сейчас делает что-то по-настоящему важное. Ты глупец, если воспринимаешь мои слова как бред. Я знаю, что говорю. В моих словах есть смысл, но, видно, тебе его не понять. О, милый мой! Подобные экземпляры, как ты говоришь, многим интересны. Мой друг Таймер-химик, как только узнал о метеорите, так чуть язык не проглотил. Он не придет. Боится гор покидать. Опасно нынче по пустыне разгуливать, сыночек. Я думаю, ты видел, сколько тварей развелось. Если не гноу тебя сожрет, то рейдер подстрелит. Так что Крит, небось, сейчас в баре сидит, что, в принципе, для него обыденно. Будь осторожен, сынок, пустоши коварные.